Привет, друзья, с вами Владимир Шемит, и в этом видео я предлагаю вам посмотреть, как выглядит питание в отеле Mirage Bay Aquapark 4 звезды, а именно ужин. Так что, друзья, подписывайтесь на канал и погнали! И первое, с чем я столкнулся, друзья, когда я подошел к ресторану, это с несколькими десятками туристов, которые стоят и уже ожидают ужина. Это было, во-первых, раньше времени, я туда пришел примерно в 18 часов 20 минут, а ужин начинается в 18:30. Это, наверное, первый раз в жизни, когда я пришел раньше, чем начало ужина, для того, чтобы посмотреть, какая же ситуация тут в ресторане. До этого я, конечно, тут ужинал, но именно до этого я приходил на ужин, либо это было в середине времени ужина, либо это уже было под конец. И людей, конечно, было намного меньше, а вся еда, в принципе, была в наличии. Но то, что увидел я был, конечно, в шоке, что люди уже, толпа людей стоит и ждет, когда откроется ресторан. Я не знаю, почему, что не хватает, как бы, вот, когда, в принципе-то, еды-то полно, как бы, вот, просто приди там, ну, немножко хотя бы, когда ресторан откроется, либо когда уже там немножко там люди разойдутся. И еще один момент, который мне очень не понравился, в том, что как бы люди, которые идут кушать в ресторан, это туристы, вообще не пользуются санитайзером. То есть на входе вот реально стоит санитайзер, то есть их несколько. Да, их нету на каждом столе. Отель бюджетный, очень бюджетный, и возможно он на этом экономит. Но как бы человек сам за собой-то должен следить и пользоваться теми предметами гигиены, которые есть, особенно сейчас в условиях пандемии, когда, ну, это очень серьезный вопрос, как бы, если, конечно, к нему правильно и серьезно относиться, то гораздо ниже степень вероятности от того, что человек может заразиться коронавирусом. И вот санитайзеры есть на входе, просто подойди, обработай свои руки этим антисептиком, и все окей, как бы. Но почему-то только один человек подошел и обработал санитайзером свои ручки перед входом в ресторан. Да, это был не я, я тоже, конечно, обработал, но, друзья, как бы, этот момент, конечно, все тоже зависит от туристов. И тут опять открывается немножко суть отрицательных, негативных отзывов, суть контингента, который тут отдыхает. Да, некоторые сюда приехали, может быть, по ошибке, но некоторые, большинство туристов приехали из-за бюджета и из-за стоимости этого отеля на отдых в этом отеле. Конечно, да, этот отель имеет свои уникальные особенности, которые я вам покажу и расскажу и объясню в другом видео, которое касается этих нюансов и деталей. Но именно в этом видео постараюсь все-таки показать же вам, что же подают туристам на ужин. Да, я, конечно, сомневаюсь, что я смогу что-то прокомментировать, поэтому то, что я вам покажу, скорее всего, после этого я в видео вам сюда добавлю свое резюме по данному ужину, и там вы узнаете объективную ситуацию с ужином и то, что касается этого отеля. Так что погнали, посмотрим, что там творится в ресторане. Ну что, друзья, заходим в ресторан и попытаемся посмотреть, что же тут есть на ужин. Зачем же так вот рвались, спешили и стояли в очереди туристы? Сейчас попробуем разобраться, насколько тут интересное либо неинтересное питание на ужин, и почему же туристы так рвутся в очередь и атакуют этот ресторан для того, чтобы поужинать. Очень интересно, с одной стороны, потому что я первый раз в жизни пришел на открытие ресторана, именно на открытие. Я еще, наверное, получается, ни разу в своей жизни не приходил
на самое открытие ресторана. В этом ресторане я уже ужинал несколько раз, и еды тут, конечно, было с головой. С головой имеется в виду, что несколько раз ужинал, и на всем протяжении ужина еды было очень много. Так как все просто забито туристами, и основным столам я не могу подойти, давайте я сейчас, наверное, покажу вам сладкий стол в первую очередь. Ну, а потом то, что получится, постараюсь показать остальное. Ну, смотрите, на сладком столе, конечно, выбор с одной стороны большой, но в принципе оно все однообразное. Относительно вкусное, и ну, есть что покушать, конечно же, на сладком столе на ужин. Кстати, это мы во втором зале, и он не основной. И во время открытия ресторана работают там три зала. А вот под закрытие уже работает только один зал. Видимо, туристов очень много, и для того, чтобы разгрузить очереди, ну, в отеле стараются сделать так, чтобы было несколько пунктов, где они могут себе набрать еду, туристы имеются в виду. Друзья, в этой части у нас обычно супчик, пару видов. Сегодня у нас есть мясной суп и морковный суп. Я не знаю, я, конечно, такие супы не ем. Супруга искала. Я не помню, пробовала она или не пробовала. Но пара видов супчиков, как правило, есть и в обед, и на ужин. И фруктовый стол, ребят. Ну, в данном видео я вам показываю, тут есть дыня. Есть виноград, есть бананы. Иногда еще бывают финики и, в принципе, еще было гранат. Но плюс-минус зависит все от сезонности, плюс каждый день чуть-чуть немножко может отличаться фруктовый стол. Но в среднем в данный период времени, когда я вам показываю это видео, на ужин вот такие вот фрукты, которые вы видите сейчас на своих экранах. Еще один зал и еще один стол и с салатами и с закусками. Ребят, я это вообще ничего не пробовал, конечно, потому что, ну, не знаю, мне оно не очень интересное по вкусу, но, как вы видите, разнообразие хоть какое-то, но есть. Единственное, где не бывает очередей, так это на баре в ресторане. Сколько раз я тут не был в ресторане на завтрак, обед, ужин, и сколько я тут не ужинал и, ну, вообще не ел, как правило, именно на этом баре очередей не бывает. Дальше. Рассказываю вам общую суть ужина в этом отеле. То есть не только то, что вы сейчас видите на своих экранах, а и за все время, которое я находился в отеле. А провел я в отеле неделю, и каждый день я кушал в этом ресторане. Значит, самое интересное, то, что было на ужин, это блюда, приготовленные на гриле. При этом относительно каждый день блюда менялись. Например, сегодня была рыбка, вчера был люля-кебаб. Да, рыбка была тоже вкусная, но она была очень костлявая, поэтому относительно не сильно интересная рыбка была для меня, но, по крайней мере, это лучше, чем тот кисель, который встречается очень часто в египетских отелях. По закускам, их тоже всегда было, ну, в достаточном количестве, но я их не ел, потому что мне не нравится их вкус. То есть это просто специфика такая, как бы это не то, что невкусно, либо еще что-то. Ну, все туристы всегда все набирали, но я обходил это стороной, просто из-за того, что мне это было неинтересно. Касательно гарниров и всего остального, то есть рис, конечно, и картошку тут сложно испортить, поэтому тут все было нормально, по крайней мере, лично для меня, ну и для моих детей, которые постоянно кушали там рис, либо картошечку. Хотя отзывы, конечно, тоже встречаются в интернете негативные, что что-то кому-то не так. Не знаю, что кому не так, именно с гарнирами было все в порядке. Касательно вообще мяса, то есть всегда на ужин было пара видов мяса, то есть это либо курочка и говядина плюс гриль, ну либо что-то еще в этом роде. Курочка, ну, стандартная, то есть тут всем, я думаю, понятно, говядина, это было, ну, не самое вкусное, которое я ел, ну и не самая такая жесткая, которая встречается в египетских отелях, то есть плюс-минус относительно нормальная, как бы, хотя я же говорю, ел и повкуснее говядину в других отелях в Египте. Овощи. Огурчики, помидорчики, капуста, там что-то маринованное, оливки. Ну, оливки, конечно, в Турции вкуснее, чем в Египте. Ну, тоже
вполне можно кушать, то есть все было нормально. Хотя тоже, когда я набирал себе, допустим, чего-то там, то ли огурчики, то ли помидорчики, слышал я от других туристов, что говорили, что что-то не свежее. Не знаю, почему так получалось. По крайней мере, у меня все всегда было свежее. Ну, имеется в виду, мне попадалось всегда все свежее. Ну, иногда, не всегда вовремя выносили огурчики либо помидорчики. То есть, они могли закончиться, и ну, персонал не вовремя выносил. То есть, нужно было иногда подождать, пока их вынесут. Дальше, то, что касается отзывов, которые очень часто встречаются в интернете и в плане негативного характера. Кстати, большая часть с этих негативных отзывов не очень-то и объективны. Тут туристам нужно понимать одну элементарную вещь, что это отель эконом-уровня. И плюс-минус в других отелях в этом бюджете, то есть стоимость отдыха в этом отеле и если брать стоимость отдыха в других отелях, примерно на одном уровне будут примерно одинаковые отзывы, потому что сервис, как правило, всегда ограничен бюджетом. И если туристам не нравится, допустим, при выборе отеля отзывы в интернете, то туристам нужно в первую очередь не смотреть другой отель, а смотреть другой уровень отеля. Естественно, другой уровень отеля будет иметь другой уровень и бюджета. То есть, чтобы вам было понятно, например, посмотрите на тот же самый период времени, который вы смотрите этот отель, стоимость отдыха в каких-то эталонных отелях цена-качество. Например, в Альбатросах, либо Джазах, либо в Санрайзах. Да, это не самые крутые отели в Египте, но в категории цена-качество это очень хорошие отели. Хотя и на эти отели вы тоже найдете негативные отзывы. И сравните стоимость отдыха в отеле Mirage Bay Aquapark 4 звезды и стоимость отдыха в Альбатросах, Джазах, либо Санрайзах. Вы увидите разницу. И вот проблема туристов, которая больше всего проявляется при выборе отеля, это то, что читают отзывы, они негативные, все не нравится. Нужно менять не отель, а нужно менять тогда бюджет. Тогда вам все понравится. Но не каждый турист сможет поднять свой бюджет на определенный уровень, который хочет получить от отеля. Поэтому, чтобы у вас было все хорошо, просто нужно воспринимать реальность и ваши возможности. В общем, показал и рассказал вам всю суть ужина в отеле Mirage Bay Aquapark 4 звезды. Ребят, если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях под этим видео. Постараюсь дать вам ответы на ваши вопросы. Либо пишите ваши отзывы тоже в комментариях под этим видео. Я тоже обязательно их почитаю. На этом все, ребят. Подписывайтесь на канал. Желаю вам самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий. До новых встреч. Пока-пока.